Что делать, если взрослый человек не хочет идти к Богу, не хочет уврачевать и душу, и тело, отказывается даже лечиться, имея серьезный диагноз? У него лишь желание умереть, агрессия. Мы молимся за него, но ситуация лишь усугубляется. Только одно лекарство, которое может помочь ему, помочь этому человеку. Пожалуйста, прошу вас запомнить. Только любовь к человеку. Попробовать можно говорить о вере? Не принимает? Не надо. Ни в коем случае не настаивайте. Слышите? Ни в коем случае. Потому что этим самым вы можете спровоцировать у человека просто гнев, неприязнь к самой вере и к вам самим. Любовь только к человеку может помочь этому человеку. Если он увидит, с какой любовью относится кто? Вы послушайте, обратите внимание. Христианин – вот, оказывается, кто. Знаете, кто христианин? Кто любит. Кого? Неважно, верующий ты или неверующий, или какой ты веры. Неважно, как Христос сказал. Христос сказал, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и дождь посылает на праведных и неправедных. Вы слышите, Христос сказал, что? А сегодня, вот если сегодня, вы знаете, какой апостол читался? О! Только вы только послушайте, какой апостол сегодня читался. Первое послание Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Поняли? Вот он бальзам. И если мы христиане, то мы должны проявить любовь независимо от того, но не настаивать упорно. Нельзя. Поговорить, попытаться – можно. Не принимает человек – ну что же, мы не знаем воли Божьей. Мы не знаем, и поэтому не будем упорными. А любовь мы должны, если мы сказали, что мы христиане. Пожалуйста, имейте в виду, это надо. Это в любом случае. Постарайтесь с любовью. Скажу вам, как только человек увидит, что к нему действительно любовь, он сам захочет этой веры. Вы знаете, как один Пахомий Великий, может быть, слышали имя такое? Он был солдатом. И однажды пришли, это было еще в первой церкви, пришли однажды в одно селение, их пришел отряд в одно селение, и там люди к этим солдатам с такой любовью несут им что-то поесть, этих фруктов несут, воды несут. Это же там, на юге. Так Пахомий спрашивает своего офицера, кто это такие, что за странные? Говорит, да, это христиане, они всех так встречают. Все. Пахомий бросился искать, что такое христианство, и стал Пахомием Великим. Вот наше оружие. Вот наше оружие. А если будем убеждать, да вот, да как ты не понимаешь, ах ты нахал такой, как ты в Бога не веришь, антихриста настоящий. Ну, все. И вот мы антихристами и станем тогда. Потому что где нет любви, только что я вам прочитал апостола Павла, все напрасно, все впустую.